Всем привет! Ребята, вы понимаете, что я здесь делаю или нет? Да! Отлично, я играю, я записываю звуки, скрипки, сэмплеры, голоса вот с помощью своего устройства. Понятно, да? Отлично, лайфлупинг. Господи, как приятный человек, который в курсе моего дела, которым я занимаюсь. У меня есть просьба, а можно мне канал, который сэмплер, сделать чуть-чуть поменьше по уровню, вот прям на капелюшечку? Вот. Итак, очень рад, что вы сюда пришли меня послушать. 9 вечера, я понимаю, кто-то здесь уже давно. Я только недавно только поел шабухи, вот, мне понравилось. Сейчас энергия пришла, и я сыграю. Ребята, что сыграть? Быстрее или как? А что так же? Титаник давай! Титаник? Нет, нет, сейчас Титаника не будет. Я Стас Михайлов. Зря я спросил на самом деле. Что началось-то? Все нормально же сидели. Тогда Джуль, Джуль Бетлов.
Thank you.
Спасибо. Сейчас будет космос.
Спасибо. Один человек. Иди сюда. Как зовут? Александр, очень приятно. Меня Никита. Итак, сейчас я кое-что запишу. Пока сам не знаю что. Потом дам микрофон. Пока придумаю слово. Может одно, может два, может три. Какую-нибудь фразу. В целом без разницы. Вот. Главное, чтобы не Пушкин. Вот, очень долго что-то читать. Вот. Нет, короче, мне сказали, что мы большую часть, конечно, сегодня вылетит. Я в неделю приеду за своим, я кое-что с моим оставлю. Вот, и к понедельник мы можем все оставшееся, если поможешь брать вот его. Тогда уже Thank you.
приходите в другое время, в другое место, я пока не знаю какое. Буду рад, если кто-нибудь найдет меня вот по вот этим вот буковкам, это мой никнейм в Инстаграме, ВКонтакте и в других местах. Вот, и там, короче, я буду оповещать всех, кого могу, где, когда я буду играть. Пойдет? Отлично. Все, всем хорошего вечера, пока и, не знаю... Я слышал бис или нет? Отлично. Быстро и медленно. Вот, был заказ, отлично.
Ну, только вам понравилось? Мне тоже. Еще раз спасибо, что послушали меня сегодня, в этот прекрасный вечер, сытый шаурмой. Я тоже поел. Всем пока!